Вообще-то лучше бы послушал. Честно говоря, пока не жив я. Сначала маленький экскурс в историю. На практике мы перейдем потом, а последствия. Так вот, свет началось с тезамы. Да. Когда Иисус Христос сказал впервые ом. И будто это уж был из наших. Он отдал приказ всех любить. Носить святые усы в бороду, нехай по длине. А на войну ни в коем разе не ходить. А сейчас займемся самое созерцанием. И у кого с собой плод, а уходить из него. Эй, чувак, пора признать, что это такой цветок, а не стиральный порошок. Если у вас чего-то там не так, то медитация уж раз поможет вам. Герланд, я ж тебе говорю, медитация не мастурбация. Но ты в натуре даешь трам-тарарам. Послушай вальс святой музыки. И душами совместно воспарим. Я вам поставлю Юрия Морозова. Он типа Кришны. Он тоже всеми шибко любит. Вот тут можно не углубляться в себя. И стесняйтесь, почем зря выходить в астрал. Встретите там Нирвану, но скажете здрасте, вам очень приятно. Приступаем к маленькому уроку цен, вижу по глазам. Да, мир и любовь, это вам не кухры-мухры. Вот сам Джордж Харрисон то же самое говорил. А вот все хором взглянули Харе Кришны. Да и взлюбили друг дружку со всех сил. А вот как это Харе Кришна, Харе Кришны. Я посмотрел на часы, было 9:04, я устал.